Что, лягли і просять? Да, все уже. Не, ну ще не все. Все це, коли ця етикетка на пальці на нозі, а не на руці. Дождалися. Да. Халатик такий видали шикарний. З дірки на жовті поняли. Десь вони мене оперувати мають. Короче, Слава, ти тут розполагайся, бо тому що Слава тут не один в палаті. Мене виганяють, як завжди. Удобна кровать? А? Удобна кровать. Тому так, да. Так, їсти не дають, пити не дають, нічого не дають. Цілий день, коротше, голодати. Да, все, так що. Мінус 5 кг. Якщо буде холодно одіяло, я б лягла, оце поспала. Такий холодний. Так, ну що? Кастрюлю мені принесеш потім. А, ну да, це ж уже на скорупу маєш. Все, Слава, я поскакала тоді. Кажуть, а ви, тьотю, йдіть куди хочете. І коли ти не знаєш, скільки тебе чекати, до 10, до 11, до 12, ну це ж не спішає, це ж як пойде. Думаю, пойду-ка я сяду чи прилягу у себе в машині, якщо я її знайду. Заїхали по темному, говорю, Славуня, де ти машину поставив? Говорю, бо я зараз буду іскати. Він каже, та десь там, возле церкви. Так що зараз розгорну якісь ці і буду віддихати. Невеличка церквушка. А машина стоїть тут, в цьому ряду. Зараз магазини відкриються, пойду погуляю, позавтракаю. Слава каже, а покушати? Ну я себе взяла. Зараз перекушу. А знаєте, що парковочних мест вже на території больниці нема. Ми заїхали рано. В 6.20 утра сюди. Ох, поспать би чуть-чуть. Ой. І виїжджати нема смислу, тому що потім заїдеш і не буде куди притулитися. І не знаю, скільки це все пройде. Ну, в общем, поки я завтракаю, і потім життя покаже, що нам далі робити. Брюшка, не хочете? Саме головне, що робити, роблять тампон чи ковіда нема. Слава Богу, ковіда у нас нема. Жесть, малина. Ну, можна, в принципі, кресло розложити, а лише, да, чуть-чуть вздремнути. Зараз я, мабуть, так і зроблю. Короче, сказала моя Манюня, ну, ей ты дома, что ты будешь там стоять, ждать? Действительно, сейчас поеду, заправлюсь. Потому что его, если выпасть, то часа в два, может и три. В общем, последние на операции, непонятно, как пойдет. До 12 это он там проваляется. А сейчас только 8 утра. Так что еду я до дома. А тут такая пробка, а тут эти мотоциклисты со всех дырок вылазят, зеркала людям убивают. Все ж на работу. Давай, давай, девочек, давай, ищи ты, давай. С цигаркой в зубах, давай, давай. Пробочка. Сейчас будем ехать. Светофор. Сегодня еще и дождь передают. Так что все может быть. Шанхай. Одни мотоциклы. Смотришь, чтобы никого на капоте не подвезли.
мусорпредки, и мотоцикл, и повезли. Скорость у него 40 км в час когда-то. Да. Надо лесопед покупать. Сейчас будем ехать, не выключаюсь. По утренней сопроливать. Там так красиво. Полицейские стоят. И трафик с утра в городе. Ну, добралась. Спать хочется. Вчера я уснула где-то часов 12 ночи. Сегодня в 5 утра уже зеньки открыла без будильника. Ну, поспишь ты еще чуть-чуть. Нет. Сейчас я вот это на диван включу телевизор. И как ты борду. Ничего не хочется, хочется просто чуть-чуть поспать. Так что ждем, когда Слава позвонит. Алена сказала, лучше я отпрошусь с работы и поедем. Чтобы в моей машине остались костыли, Славы на ключи. Ну, в общем, потому что ребенок в школе. Не знаю, как они там разминутся, не разминутся. Ну, в общем, как-то будем решать проблемы по мере их поступления, да. Главное, что я сегодня, я должна была работать, не работаю. Завтра, послезавтра я выходная.
Там суббота, воскресенье. Воскресенье я работаю, в субботу под вопросом, хотя и завтра под вопросом. Что-то Мишель не знала, как пристроить ребенка, может, придется ее заменять. Хотя, честное слово, не хочется. Хочется уже отдохнуть. Отдохнуть от всех вот этих дел. Разгрузить чуть-чуть голову. Знаете, не так физически, как просто морально. Морально вот эти вот все алкогольные напитки что-то с головы не выходят. Так я их... Не, уже научилась различать вина, уже научилась различать некоторые коктейли. Да, конечно, не убавляются, они только добавляются. Вчера какой-то паренек из Питера приходит. А я сразу поняла даже, что он из Питера. Ну, на каком-то ломаном итальянском студент. Пытался попросить сначала чашечку кофе, а потом капучино кон латте ди соя. А я говорю, да говори уже, говорю, на своем языке. Ой, а можно? Я говорю, можно. Я, говорит, студент из Питера. Год учу, ну как я? Я говорю, ты просто боишься сказать. Это, говорю, у всех на начальной стадии так. Говорю, ты не бойся, у тебя, ну, довольно-таки тебя понять можно, то, что ты говоришь. Вот, а можно я там посижу, можно я там выпью на улице. Я же говорю, я что все поняла на итальянском. Поэтому говорю, не бойся разговаривать. Итальянцы поймут и смеяться не будут. И если надо, еще и подправят, и исправят. Так что говорю, вперед. Книжки в руки и пошел. Вот так вот. Ну что, осталось ждать. Хуже всего, да? Ждать и догонять. Буду ждать. А, я ж вчера ж попекла на работе баклажаны. Ну, это потом. Они в холодильник закинула их. Чай корку сделать, чай еще что-то сделать. Я даже сама не знаю, что сделать. Ну, что-то придумаю. Наверное, пойду на огород, петрушечки нарву. Ну, это уже будет после обеда. Отдыхаю. Я что-то какое-то, блин... Это опухоль, чешу. Это она просто жирна, Алёна. Да нет, жирно, живот у них вот тут, мама, внизу. А то у нее сверху прям голова. Да, сверху якась, да. Бульбашка выросла. Чего, не можуть прооперировать тут у Сан-Мартина. В больницу. Маданина. А далее, где мы находимся? Какой-то туристический, блин, городок. Да, да, автобус ходит, все, трамваи, это, пальмочки растут, пешеходы, машины трындят, пищат. Короче, по-моему, нам туда вниз. У меня вот вам макет, картинка больницы. Надеж 40. Ну, там выезд, то там пронту сокорсу, по идее. 40-й, вот тут где-то по центру. Думаете, так все просто тут что-то найти? Уже який круг с Алёной наматываем. А вот эти дядьки стоят и смотрят на нас. А ну, расскажи, где я декадив? Недавно холодец, недорого. Что, его на експертизу отправили? Та я там знаю, куди вони її відправили. Доктор мені каже, чуєш, хорош, каже, жрать, а вони не могли мене перекласти. Я кажу, давай я сам. А я розумію, що оце все время, що я думав, що в мене там, ну, або слабо болить, або не болить від таблеток, я не знаю. О, ти що, то все ілюзія двохрічної затяжності. Коротше, вони мене як шмальнули в спину якимось уколом, і в мене відпустило, і я зрозумів, що таке не болить взагалі. Та ти що, це такий кайф. Я кажу, все, оставляйте, хай так буде. Ай, дай мені води, я вже заплю таблетку. Я хотів позаглядати. Да, а вони що? Вони мені якусь не на морду накинули скатерку, знаєш, як до корові були, і мають на забой ведуть. І все, я нічого не бачив, я за шторкою висів. Може, вони нам нічого не робили, знаєш? Ну, надіюсь, що зробили, йодом помазали. Йодом це я бачив, да. Всю ногу, да. Так я ще не думаю, ти що, мені по коліна її відрізати будеш? Ні, бачиш. Обработала. Ну, короче, їж. Славі дали папагалу, сказали, пісяй туди. Він сказав, не поміститься. Навіть з ними там кишку там.
сиру, tutto bene, vedi? Ha finito flebo. Aspettiamo Canaluna per portarlo a casa. Короче, там ну, поки доктор об'ясняв тим своїм студентам, як правильно різати. Вони в мене на нозі, бачите, що в хрестики ноліки робить. Ну, походу, так. Да. Так є ж так, такий анекдот, зараз розкажу. Каже, приходить одна до доктора, ну, лівий глаз треба оперувати. Вона ж сміється, каже, доктор, ви ж дивіться, правий не прооперує. Ти що ти думаєш, прооперує правий, лівий, так і остався. Так тобі оце правильно нарисували на нозі, щоб, ну, не да, дай Бог, не, питає, не торкнуть друг. Да. Ну, це правда була. Туалет в больничній палаті на двоїх чоловік. Щоб ви розуміли, розмір кімнат, ну, я знаю, тут, мабуть, квадратів 9. Унітаз, біде, душевая, тут на двоїх. С обогревателем, душевая. Тут один, а тут второй может становиться. Умывальник, зеркало, бумага, бумага туалетная, пакетики и антипаник. Если ты закрылся, дернут за веревочку, и за тобой прибежали медсестры. Чистота. Красота. Вот это слово. Временный. На одну кровать больше. Вообще-то две кровати тут. И вид из окна. Все зеленое. 4 месяца просили, да, чтобы тебе положили? Тепер ще буде, не знаю, скільки просить, щоб виписали. Та хай хоч таблеток добуть, бо це воно щось не смішно, блядь. Я тебе... Слава, коли ж до неї прийшли, що розпочати. Я того погодив тебе. Я тебе на ботах, як можна, а то мало.